Пленники людского племени, чьим все время изменили, ведь в поисках иного времени временно объединить. Стой ответа, Родина, вечной чаши и копье, именем дороги пройденной, это время мое, именем дороги пройденной, это время мое. Короли крылами птичьими сожигали города, оно с величеством величия совпадало иногда. Плавились сердца храмовников пред силою святых даров. Ух, были времена садовников, времена гончаров. Были времена... Во время, друзья, товарищи, позвольте мне в первую очередь от поколения, которому принадлежит и Евгений Александрович, ну, сердечно всех вас поприветствовать. Я должен сказать, что геология в жизни нашей экономики, экономики Советского Союза и России всегда решала, решает и будет решать самые радикальные вопросы нашего развития. Советский период оставил нынешнему режиму десятки тысяч открытых месторождений. Месторождений, касающихся в первую очередь нефти, газа, никеля, меди, золота, других полезных ископаемых, которые крайне нужны всегда нашей стране. И страна всегда отмечала людей, которые вкладывали в развитие этой отрасли большое значение, большую лепту. К таким людям относится и Евгений Александрович Козловский. Мне довелось 16 лет курировать геологическую отрасль, в том числе. И после несчастного случая с академиком Сидоренко, который был министром геологии Советского Союза длительное время, возникла необходимость создать его замещение. Мы перебирали немало кандидатур, система кадров была организована на высоком уровне, и старшее поколение геологов это знает хорошо. Был не один Козловский, а целый ряд других. Там в Центральном комитете принято было решение учитывать и тот опыт, который он приобрел на Дальнем Востоке, инициативу, контактность, отношение людей к нему и его к людям, было принято решение о назначении его министром геологии Советского Союза. И на долю его, министра геологии мощнейшей державы, пришлось все-таки развитие наиболее важных минерально-сырьевых ресурсов нашей страны.
первую очередь здесь нужно сказать о развитии Западной Сибири. Западная Сибирь, нефть и газ вдохнули новую жизнь в нашу экономику. Это не только средства для использования в двигательных агрегатах, переработки, но это и культура производства в целом, культура экономики, и она сыграла свою роль. Мы вводили, скажем, газопроводы, иногда в год добавляли к добыче газа, например, по 50-70 миллиардов кубометров. Вводили трубопроводы диаметром 1600 миллиметров протяженностью 3-3,5 тысяч километров. Это все делалось, так сказать, в сырьевом участке нашей экономики. Евгений Александрович отличался высокой работоспособностью, очень внимательным отношением ко всему новому. Достаточно контактным был всегда с людьми. И надо сказать, что за этот период времени мы шагнули вперед в области развития геологоразведочных работ. Я с удовольствием вспоминаю весь этот период нашей работы и хотел бы тоже искренне поздравить сегодня Евгения Александровича с 90-летием. И правда, значительно моложе меня в этом отношении, но я думаю, что доживешься и до этих высот. Мне хотелось поздравить тебя с 90-летием, выразить тебе большую признательность за то, что ты сделал для нашей страны и делаешь ведь сейчас. Посмотрите, какое количество литературы, книг выпущено под его руководством. Это вклад его в нынешнее развитие нашей геологии. Позвольте пожелать ему в первую очередь здоровья, ну и дальнейших успехов в этом же направлении, в котором ты работаешь десятки лет. С 90-летием тебе, дорогой друг! Чимся время изменили, ведь в поисках иного времени временно объединить. Удостой ответа Родина, вечной чаши и копье, именем дороги пройденной, это время мое, именем дороги пройденной, это время мое.